Своей очереди на благоустройство ждет тренажерный сквер. Юрий Поляков поручил не дожидаться решения суда, а убрать с глаз отдыхающих торговый ряд. Добрый день, скажите, пожалуйста, а вы это арендовали? Да. Да? Вот они вас обманули, вы не сможете торговать. Почему? Потому что мы сейчас будем здесь устанавливать забор, это муниципальная территория. В течение недели ремстрой должен установить ограждение, затем придет черед новых тренажеров. Причем о планируемых работах собственник санатория «Маяк» был предупрежден. Леонид Владимирович, от этого дерева замеряем. И пошли до забора, до конца ролет. Все это замерили. И скажите мне завтра цифру, сколько нам нужно металлопрофиля, и все. Торговать без разрешения на муниципальной земле плохо. Это незаконно. Поэтому имейте в виду, вас обманули. Мы будем сейчас устанавливать здесь металлопрофиль, небольшой забор. А здесь поставим эти самые тренажеры. На улице Ленина продолжается капитальный ремонт дороги. Спецтехника также вышла на улицы Самбурова и Шевченко. Продолжается монтаж ограждения. Уже пройден участок свыше 1 километра. На набережной, но только ниже яруса, тоже есть где приложить усилия. Отдыхающих здесь всегда много. Буквально за пару недель надо навести чистоту, обновить элементы благоустройства и освещения. Сегодня мы на нижней набережной общались с нашим бизнесом и попросили их подготовиться к курортному сезону, привести в соответствие все свои объекты, навести порядок везде, где есть грязь, вычистить ее, убрать, помыть лестницы, спуски все к набережной сюда вниз. Значит, поменяем однозначно здесь урны новые, красивые поставим и планируем новое освещение сделать к курортному сезону. Подготовка к курортному сезону находится на особом контроле главы города-курорта.